Каждый, кто пробовал очистить медный кабель от изоляции ножом, знает, что это непростая задача. Без специальных приспособлений это очень неудобно и занимает много времени. Гибкий многопроволочный провод – это вообще боль каждого, кто пробовал его очистить. Направляющее отверстие этого устройства удерживает кабель и провод от смещения в сторону. Направляющее для лезвия ножа позволяет сделать рез изоляции провода ровно по всей его длине. Предлагаю вам изготовить это простое приспособление. Оно позволит вам быстро и без особых усилий снять изоляцию с разных типов провода и кабеля. Затраты на его изготовление сводятся практически к нулю. Ранее я выкладывал видео карманного устройства для очистки провода от изоляции. Вы можете его посмотреть, кликнув на появившуюся подсказку или на конечную заставку в конце этого видео. Для изготовления этого приспособления я использовал металлический уголок 25 на 25 мм с толщиной стенки 4 мм. Изначальная длина уголка составляла 36 сантиметров. Я решил сначала просверлить отверстие и только затем обрезать лишнее. Для того, чтобы верхние части отверстия находились на одном уровне, я сделал разметку по всей длине уголка на расстоянии 4 мм от его края. Чтобы это приспособление можно было закрепить струбцинами, я решил сделать первое и последнее отверстие на расстоянии 25 мм от края уголка. В таком случае струбцина не помешает протяжке кабеля в крайних отверстиях. Отверстие я сверлил, начиная с диаметра 1,5 мм. Каждое следующее отверстие увеличивается на 0,5 мм. Начиная с 10 мм, шаг можно увеличить на 1-2 мм. Самое большое отверстие я просверлил диаметром 16 мм. Края отверстий имеют острую кромку. Для ее удаления можно использовать сверло большего диаметра или надфиль. После такой обработки провод протягивается сквозь отверстие намного легче. Направляющую для лезвия ножа нужно делать по направлению к центру отверстия. Сделайте сначала метку, а затем без спешки начинайте пилить, периодически проверяя, насколько ровно это у вас получается. Осмотрите внимательно каждое отверстие и обработайте круглым надфилем острые края. Теперь можно удалить остаток уголка, оставив от края последнего отверстия 25 мм. Для разнообразного крепления устройства я решил сделать по краям уголка отверстие диаметром 8,5 мм, чтобы была возможность закрепить его болтами. Провод и кабель не должны плотно входить в отверстие. Выбирайте такой его диаметр, через который вам будет легко протягивать провод. Лезвие ножа не должно выступать за пределы отверстия. Пальцами руки, удерживающей нож, упритесь в уголок и начинайте протягивать провод. Для того, чтобы прорезать изоляцию провода, достаточно легкого усилия на нож. Нож нужно держать ближе к горизонтальному положению, под небольшим углом. В противном случае кончик лезвия ножа будет рвать часть медных проволочек. Для сдачи на лом, конечно, это не критично, но неприятные ощущения для ваших рук обеспечены. Понравилось видео? Оцени его и подписывайся на канал. Ваше мнение и комментарии важны для меня. Задавайте интересующие вас вопросы, оставляйте заявки на видео. Это поможет мне делать более качественное и интересное для вас видео. Предлагаю вам другие видео на моем канале «Сам себе мастер», которые вы можете посмотреть,
кликнув на заинтересовавшее вас видео.